Празднование Дня России завершилось в Люберцах большим концертом в Центральном парке. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды. Со сцены звучали песни в исполнении заслуженных артистов Московской области Татьяны Матвеевой и Александра Чайки, учеников музыкальных школ округа и творческих коллективов Подмосковья. Сюрпризом стало выступление группы «Джанго». Алексей Поддубный исполнил свои популярные хиты и новые песни. Я вот волей судеб, так сказать, оказался в Люберцах впервые. Поэтому ждем вашей душевной поддержки. Итак, песня, которая посвящена тем людям, которые, не жалея своей жизни, сражаются за то, чтобы мы могли вот так собираться и жить хорошей, нормальной, мирной жизнью. Пой нам песню, жаворонка вольный. Землю мы водой, нашей кровью полили, и идем с победой, брат, домой. Смешарика пришли, но уже подпеваем, вообще прекрасная группа, нам очень все нравится. Голос прекрасный, мне очень нравится. Концерт очень хороший, атмосфера приятная, люди окружают приятные. Всем России! Спасибо большое за организацию. Прекрасно, все очень нравится. Поздравляем люберчан и вообще всех россиян вообще. С праздником, друзья. Мы всех победим. И всем прекрасного настроения в этот замечательный день. До тебя.